Продолжаем выпуск. В Чебоксарах прошла конференция Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В работе конференции принял участие и глава республики Михаил Игнатьев. Уже больше 10 лет партия является главной политической силой в стране и последовательно проводит в жизнь экономические, социальные и политические реформы. В Чувашии эффективно реализуются партийные проекты, направленные на повышение качества жизни. Наши оппоненты, вы помните, да, перед выборами, когда вот эти дворы начали ремонтировать, говорили, что это предвыборные обещания, и после проведенных избирательных процессов «Единая Россия» забудет про свои обещания. Вот третий и четвертый год уже в 2014 году будет реализовываться, и проекты бюджета на последующие 3 года мы тоже предусматриваем, никакой остановки нет. Спасибо. Михаил Игнатьев призвал руководство регионального отделения не замалчивать недостатки, относиться жестко к нарушениям партийной дисциплины. Ответственного подхода требует и подбор кандидатов. На конференции делегаты заслушали итоги работы Чувашского регионального отделения партии за год и избрали новых членов регионального политического совета, а также делегатов на 14-й съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия», который состоится 5 октября в Москве.